Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и сегодня я удостоился чести снимать в YouTube Space Moscow. И раз здесь много блогеров, я решил снять что-то объединяющее их. И это будет челлендж, но не спешите выключать этот ролик, потому что челлендж я придумал сам, либо еще кто-то, но просто я об этом не знаю. И у меня будет сегодня несколько блогеров, один из которых Никита. Всем привет! Это Денис с канала iDen. Это Настасья с канала America Project. Зальтир, новый блогер в этом челлендже. И сейчас в гостях у меня Артем К. Настя с канала Dollhouse. Челлендж называется Crunch It Challenge. То есть хрустим, этим вызовом. Хрустим этим вызовом, да. У меня есть овощи, фрукты, которые при надкусывании хрустят, что очень логично. Это я буду хрустеть, а ты будешь угадывать. Закрывай глаза. И сейчас должна на слух угадать, что я грызу. Вы, дорогие зрители, тоже не будете видеть с помощью монтажа, чем я буду хрустеть, чтобы вы вместе с Никитой и с другими блогерами угадывали этот фрукт или овощ. Начнем с довольно простого, то, что ест каждый. Это похоже, это что-то сочное. Морковка. Нет, не морковка. Вкусный хуй. Это будет подсказка. Конечно. Такой хитрый. Все-таки, может быть, это огурец? Да. Молодец? Отлично. Да. Опять огурец. Хотя, погоди, ты как сказал, это более твердый? Я сказал вот так вот. Вот это прям... что-то... Не знаю, я не помню звук сельдерея, но мне почему-то кажется, что что-то такое должно быть, когда ешь сельдерей. Но сейчас я опять боюсь, что это окажется не овощ, а фрукт, и даже не знаю, какое предположение сделать мне, честно. Это фрукт. Так. Это что-то мягче яблока. Так. Возможно, это груша. Нет. Неужели ты отважился на картошку? Нет, это не картошка. Картошка? Да! Бинго! Просто угадал картошку хуже. Да. Красавчик! Нет, это не картошка. Нет. Это легко. Батюшка, это был не огурец. О, это что-то супер знакомое. Я опять хочу сказать яблоко. Ну это огурец 100%. Но если это овощ, то огурец, а если фрукт, то это груша. О, это было смачно. Я отторвался. Наверное, это яблоко. Это то, что висит, но нельзя скушать. Да, это лампочка, правильно. Дай пять. Давай. А вот это, может быть, все-таки яблоко? Бинго! Молодец! Вот, то есть... Все. Более глухой. Да, и более долгий. Да. Потому что его нужно раскусывать. Молодец. Морковь. Да! А ты говоришь, сложно. Это похоже на яблоко. О, это что-то жесткое. Я очень часто ем морковку. Возможно, это морковка. Бинго! Это морковка. Это морковка. Ну, морковка, это морковка, морковка. Морковка, молодец, угадал. Это было похоже на яблоко. Я не знаю, мне всегда хочется сказать яблоко теперь. А, возможно, знаете еще, что это может быть морковка. Перец. Да как? О, это что-то было жесткое. Походу перец. Перец. Какое-то, наверное, не очень вкусное, жесткое. Может, какая-нибудь репа. Кажется, к какому-то фрукту пришел конец. Это был огурец. Нет, это был не огурец. Оу. Не знаю, мне кажется, это было что-то сочное и фруктовое. Но это перец. Да, наконец-то перец. Молодец. А что еще было, я не помню. Морковь. Что-то мягкое внутри и слишком хрустящее снаружи. Баклажан. Это было нечто более мягкое. То, что там было, это более мягкое. Это была морковка. Это была морковка. Вот это я вообще, честно говоря, не уверен. Ну хорошо, овощ или фрукт? Возможно, овощ. Перец. Нет. Яблоко. Нет. Груша, все, ты не угадал. Все, можешь открывать. То есть 3-2. То есть 4-2. То есть вот это было... Да, я понял. Что ты меня посмотришь? Вот серьезно, огурец, картошка и яблоко одинаково звучат. Я-то чувствую нотки. Ты чувствуешь языком или чем? 3-6, отличный результат. Спасибо. То есть ровно половина. Это сложно? Это сложно, да. Особенно ты начинаешь путаться в овощах. В тонкостях. Да. Но это интересно. На мой взгляд, получился очень удачный челлендж. Я... До сих пор во время съемок даже не увидел, чтобы это кто-то делал. И сейчас на экране увидите наши сегодняшние результаты. То есть, какой блогер сколько назвал правильно овощей и фруктов. И я хочу, чтобы этот челлендж пустился дальше в массы. И я передаю его каналу Халбер, Алисе Ковалевой и Даше Васильевой. Ссылки на эти каналы будут в описании. Поэтому пишите им в комментарии или где можно, чтобы... Ребята, примите Crunch It челлендж от Макса Брандта. А вы лучше всех. Всего доброго. Пока.
Что это за два урода? Это Бивис и Батхит, кстати, заметь. Это реально Бивис и Батхит? Это реально Бивис и Батхит, да.